словом, стартап давно никого не удивишь, а вот его наполнением вполне можно поразить. В этом и вся суть. Проект должен быть инновационным. Именно инновациям посвящены мероприятия, которые реализует технопарк в рамках форума «Брест-2018». На протяжении недели руководство парка и приглашенные специалисты будут помогать окрепнуть десятку стартапов. Большинство проектов – представители сферы IT. Однако есть и образование, и спорт, и искусство, и даже сельское хозяйство. К концу семидневки самые перспективные разработки будут представлены широкой общественности. Было краткое представление проектов, устное, то есть пока без презентации, чтобы люди могли на таком бытовом уровне объяснить, что они делают, чем они занимаются. В принципе, я считаю, что вчера было довольно успешно. И получили очень хороший отклик от аудитории. Было много вопросов. В принципе, было много комментариев. Сегодня предлагается для владельцев идей проектов и для всех желающих серия мастер-классов. Это 4 тренинга мастер-класса и плюс 5-й участник – это Дмитрий Царук. Это такая история успеха о том, как бизнес запускается без денег. Классический маркетинг в цифровой среде, управление и мотивация сотрудников, разработка собственной бизнес-модели. Темы мастер-классов максимально приближены к проблемам, которые могут возникнуть на старте любой инициативы. Шел разговор и об инвестиционном потенциале Брещины, а также о том, кто и как может получить государственную поддержку. Сегодня я выступаю с докладом об инновационном потенциале Брестской области, в том числе о возможности реализации проектов, инновационных разработок за счет бюджетного финансирования. Возможна реализация как в рамках региональной научно-технической программы с финансированием 50% за счет бюджетных средств, так и на условиях безвозвратного финансирования из средств инновационного фонда облсполкома. Далее в программе «Инновационные недели» презентация проектов, доработанных с учетом полученных знаний экспертам, членам жюри. На основании рекомендаций последних будет составлен список участников, которые смогут рассказать о своих идеях потенциальным инвесторам, представителям бизнес-сообщества и просто гостям форума «Брест-2018». Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».